Дорогие друзья, мы начинаем наш концерт, и концерт — это представление пластинки, которую мы записали на лейбле Art Beat при помощи клуба Козлова. Вышла она в прошлом году, называется «Сны». И вот она так и выглядит. Здесь наша музыка и музыка наших друзей. И на картинке изображена, на обложке изображена картинка, которая называется «6 августа по-старому». Очень хорошая картинка. Преображение. Вот. А наш квартет — Дмитрий Кондрашов, Павел Протасов, Александр Иванов и я, Евгений Гречищев, «The Moscow Jazz Passengers». Мы в первом отделе сыграем несколько вещей с этой пластинки, а во втором с нашей любимой Аней Левшиной попоем песни. Ну вот, а начинаем мы с пьесы, которую, может быть, даже мы хотели назвать эту пластинку. Назвали «Сны», а пьеса — это Дмитрия Кондрашова, знаменитый уже джазовый стандарт, который называется «Хорошо».
Следующая композиция называется «Сны». Ее написал Дмитрий Николаев, давний друг. Thank you.
большой человек, ростом 70, нет, 65. И следующая песня тоже его, называется «Мимолетная нежность». Thank you.
Thank you.
Это грустная песня, мне нравилась «Просто человек», моя композиция. С авторскими композициями мы закончим. И сыграем нормальную песню замечательного композитора, саксофониста Уэйна Шортера. Yes or no? В заключении первого дела. Thank you.
нашем отделении, нашу суровую компанию мужскую, мы разбавим, и появится Анна Левшина. Kind of thing I'm
Bye.
Thank you.
your Ubers on your feet and the snowstorm. You can get a little heat. Come slow, nothing can be done. Calm the fire, then you know just what to do. Blow the tire, you can buy another shoe. Thank you.
И, друзья, мы ранее спели песню, заглавную песню пластинки «Comes Love». И мы закончим песню. Да, пластинка, кстати, есть, можете вместе с собой. А закончим мы песней «The Summertime». In the summer, summertime. Лето. In the summertime, when the weather is hot, in the sunshine.
Анна Левшина. Московский квартет, Московский квартет. Спасибо за Дмитрий Кондрашов. Саксофон. Павел Протасов. Бас. Александр Варламов. Евгений Ильич.